Володимир Гройсман може бути призначений на посаду прем'єра новообраним парламентом. Про це заявив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Проте він зауважив, що говорити про це до виборів немає сенсу. Давайте ми спочатку посмотрим, що скаже по поводу всіх наших хотілок український народ 21 июля. И потом мы сядем с вами и посмотрим, кого, сколько попало в Верховную Раду. А исходя из того, кто попадет в парламент, мы будем смотреть, с кем нам будет по пути, с принципиальной, базовой, идеологической точки зрения и тех, в первую очередь, ценностных барьеров, через которые мы никогда не приступим.